А накануне уже поздно вечером итоги нынешнего электорального цикла подвели в штабе «Единой России». Председатель партии Дмитрий Медведев в режиме видеоконференц-связи пообщался с регионами, где выбирали губернаторов и законодательные собрания. В абсолютном большинстве единороссы одержали убедительную победу. После завершения видеопереклички действующий глава Воронежской области Александр Гусев поблагодарил всех тех, кто выполнил свой гражданский долг, проголосовав на выборах. Вы знаете, что мы достаточно сдержанно вели предвыборную кампанию, и, собственно, люди нас оценивали за результаты работы прошедших 5 лет, за выполнение народной программы партии «Единая Россия», именно она была в основе наших действий, нашей работы, и, собственно, она легла в основу программы на следующие 5 лет. Хочу своих коллег, кандидатов в губернаторы поблагодарить тоже за такую очень честную позицию. Все выдержали те договоренности, о которых мы говорили, но мы друг друга хорошо знаем, по крайней мере, большинство из кандидатов я очень хорошо знаю, и мы, не заключая формальных соглашений, договорились о том, что будем кампанию вести честно. Кампания прошла открыто, честно, легитимно, а главное, в области были предоставлены все возможности для всех политических объединений, которые выдвинули своих кандидатов в губернатора. Это первое. Второе. Хотелось бы поблагодарить жителей Воронежской области за социальную активность, за то доверие, которое они оказали нашему кандидату. Это и большая ответственность, а главное, продолжится тот поступательный, последовательный курс и темп, набранный на развитие экономики. Экономика – это главный, один из приоритетов. В программе нашего кандидата Александра Викторовича Гусева было выполнение социальных обязательств, обеспечение политической стабильности. А главное то, что Воронежская область становится одним из лидеров регионов России. И я уверен, это большая честь и ответственность перед нашим населением, перед нашим избирателем. И кандидат наш оправдает, и партия наша оправдает.